переживаю, ребят. Мне не селите покрывало, пожалуйста. Немножко обработали, сняли с нее все. Но пришлось оббрить все, что можно было. Все колючки, все, что впилось в нее в тело. Ребята, ребра, квашные ребра. Так, сейчас повышен очень стилин лейкоциты, тромбоциты. В общем, мы сейчас рискнем и сделаем ей пироп-стоп. Потому что подозрение все-таки на пироплазмоз. Капельницу сняла, капать не стала. Ребята, она кушает, не буду ее капать. Да, малыши? Так, переночевали хорошо, спокойно. Угу. Да, гуляем? Сюда, ребята. Да, мои хорошие? Эй, ты мое солнышко. Да-да-да, и ты тоже моя красавица. Пять минут походим, потом быстренько бежим к чашке. Покушали, немножко покушали и опять назад. Вот такой скелетик у нас. Мия, нашла себе игрушку. Неважно, какого ты размера, да? Главное, что ты ребенок почти одного возраста. Рыжик, не жуй ей ушки. Что, скелетик, косточки мешают переворачиваться? Ничего, скоро поправимся. Ну, почти победил. Пытаемся задавить массой. Не получается. Но нахальство как на полную борзую. Да, рыжик?